Ну, а тем временем к 1 ноября республика будет полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Сегодня готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет более 94%. В городах и районах к предстоящей зиме подготовлено свыше 4 миллионов квадратных метров жилищного фонда. Это 80% от запланированной площади. Ну а для предупреждения оперативной ликвидации аварий на объектах ЖКХ, на предприятиях коммунального комплекса созданы диспетчерские и аварийные службы.